Сегодня мы прочитаем из Бхагавадгиты, как она есть, период и комментарии о Божественной милости че Бхагавадгиты с вами Шилбропады. Глава 7, текст 1. Шри Бхагавану Вача, Маи, Асакта, Манаха, Партха, योगं युञ्जन् मत् आश्रयः असंशयं समाग्रं मां यथा ज्ञस्यासि तत् शि श्रीनु श्रीभगवानुवाच

Таманах партха. партха. Йогам юнджан мадашраяха. Асам шаям самаграммам. самаграммам. Ядхагьясья ситачхрину. Ядхагья Пожалуйста.

остесняемся. стесняемся. При... Шри Багаван -вача, -вача, Вача. Майя Сактама Манах Йогам Юнджан Мадашрая. Асам Шаям Самаграммам. Шаям Самаграммам. гяся ядха гясьяси тачхрину жибагавано бача майясактаманахпартга йогам юнжанмадашраяга А сам шаям самаграммам. Ятхагиасяси Перевод стиха. Пословный перевод, простите. Шри Бхагаван -ну -бхагава -ну Верховный Господь сказал, сказал Мои на мне. мне. Асактаманаха. Асакта Тот, чей ум сосредоточен. Партха. О сын Притхи. Йогам. Йога. Самосознание. Самосознание. Юнджан. Тот, кто практикует, -то, практикует. мат-ашраяга, Мат знающий меня, знающий. обладающий сознанием Кришны, а ШАЯМ несомненно, несомненно. Самаграм, самаграм в полной мере, в полной мере. Мам, мам меня, меня. Ядха. ядха как. ЯСИ постигнешь, об этом Шрину, послушай, перевод стиха. Верховный Господь сказал Теперь, о сын Притхи, услышь о, о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги. Комментарий тогда. Седьмая глава Бхагавадгиты подробно описывает природу сознания Кришны. Кришна исполнен всех совершенств, и здесь рассказывается о том, как он проявляет их. Кроме того, здесь названы четыре типа удачливых людей, которые обращаются к Кришне, и четыре типа неудачников, которые никогда не делают этого. В первых шести главах Пхагавадгиты говорилось о том, что живое существо это не материя, а дух, вечная душа, и что оно может осознать свою духовную природу с помощью разных методов йоги. В конце шестой главы было ясно сказано, что тот, чей ум всегда сосредоточен на Кришне, другими словами, тот, кто обладает сознанием Кришны, находится на высшей ступени лестницы йоги. Только сосредоточив ум на Кришне и никак иначе, мы сможем постичь абсолютную истину в полной мере. Человек, познавший безличное Брамаджиоти или Параматму, Пребывающее в сердце не обладает совершенным знанием об Абсолютной Истине. Его знание лишь частичное. Полностью познать Абсолютную Истину значит познать Кришну, ибо человеку, обладающему сознанием Кришны, открываются все тайны духовной науки. Достигнув совершенства в сознании Кришны, человек избавляется от всех сомнений и понимает, что Кришна является высшим объектом познания телефоны, пожалуйста, выключите. Разные виды йоги – это лишь разные этапы на пути сознания Кришны. Тот, кто идет путем сознания Кришны, естественным образом обретает совершенно знание о и Параматме. Занимаясь йогой, сознание Кришны, человек в совершенстве познает все – абсолютную истину, живые существа и материальную природу во всех их многообразных проявлениях. Заниматься йогой надо так, как предписано в последнем стихе 6 главы Бхагавадгиты. Сосредоточить ум на Кришне, Верховном Господе, можно только преданно служаемым. Преданное служение Господу состоит из девяти видов, первым и самым важным из которых является Шравана. Вот почему Господь говорит здесь, Арджуне, «Тачхрино, слушай меня, нет наставника более великого, чем Кришна. Поэтому тот, кто слушает его, получает редчайшую возможность обрести совершенное сознание Кришны. Духовное знание надо получать либо от самого Кришны, либо от его чистого преданного, а не от мирского выскочки, кичащегося своей образованностью. Процесс постижения Кришны, Верховной Личности Бога, абсолютной истины, описан во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам. Шринва <звы> там Свакатха Кришна, Пуняк Шрава киртана Хридян Бадрани, Видуноти сухритсатам, Нашта Праешва Бхадришу, Нитям Бхагавата Севая, Бхагавати Шлоке, Бхактир Бхавати Найштики. तदा रजस्तमुभावा कामावोभादयश्च ये चेत एतैरनविधं स्थितं सत्त्वे प्रसीदचि एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियो भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थीश् Чиджанте сарва кшиянте часья кармани, дришта шваре. Слушание повествования Кришне, изложенных в ведических писаниях, или слов самого Кришны в Бхагавадгите само по себе праведно. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действует как лучший друг преданного, неустанно слушающего о нем и очищает его сердце от материальной скверны. Тогда в сердце преданного естественным образом пробуждаются духовные знания. Продолжая слушать о Кришне от преданных и читать Шимад Бхагаватам, человек утверждается на пути служения Господу. Совершенствуясь в преданном служении, он выходит из под влияния гун страсти и невежества и таким образом постепенно избавляется от вожделения и жадности. Очистившись от этой скверны, он достигает уровня чистой благости и, черпая радость в преданном служении, постигает науку о Боге во всех ее аспектах. Так, Бхакти-йога разрубает тугой узел материальных привязанностей в сердце человека, и тогда он сразу избавляется от всех сомнений о а сам Шаям Самаграм и постигает высшую абсолютную истину – Личность Бога. Стихи Бхагаватам Первая песня, вторая глава, стихи с 17 по 21 включительно. Итак, постичь науку о Кришне можно, только слушая слова Кришны или его преданного, обладающего сознанием Кришны. Тимиранда Шалакая Милитам Яната Смай Шри Нама умишну падая Кришна приштая бхутали, шимате бхакти с вами не те намины. Нама сарасвати деве кауравани прачарины, нирвишеше шунья вади паштятья тарины. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабхунити Ананда, Шри Адвейта Гададхар Шива, Сади Гаура Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Шри Бхагаван Вача, Майя Сакта Манах Йогам Юнджан Мадашраяха, Асам Шаям Самаграммам, Тачхрину. Верховный Господь сказал, теперь у сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги. Так, в прошлом... В конце прошлой главы Кришна произносит известный стих. Йоги нама сарвеша мадгате нантаратмана Шрадхаван бхаджате йомам Саме югта из всех видов йогов, говорит он, тот, кто всегда погружен в мысли о нем, который пребывает в сердце, и исполнен непоколебимой веры Шредхаван, и благодаря этому поклоняется и служит Кришне с любовью, связан с Ним самым тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение, говорит Кришна. Вот. Матага это таково мое мнение. Я так считаю, Кришна говорит. Так вот он здесь указывает квалификацию того, кто является лучшим из йогов. Это тот, кто всегда погружен в мысли, Мадгатена всегда погружен в мысли, а Кришне в глубине своего сердца антах Атмана внутри сердца. Он обладает непоколебимой верой, Шрадхаван, и Баджате совершает преданное служение. То есть это состояние ума, как ум задействован, состояние сердца, вера в Кришну и практическое задействие своих органов чувств. Хришикена, Хришикеша, Севанам, Бхакти, Ручаты. Вот такого трансценденталиста Кришна считает лучшим из всех возможных йогов. Есть и другие йоги, которые пытаются другими способами достичь трансцендентного уровня, но вот именно такого Кришна выделяет особым образом. И следующий же стих Кришна а, проходит по тем же самым а, аспектам. Он теперь объясняет, а как достичь этого уровня? Он начинает рассказ. Вот ты услышал, кто является самым лучшим из всех йогов? кто обладает твердой верой, кто всегда думает о Кришне и кто Баджате всегда поклоняется. Так вот, как, с чего все начинается? И вот Кришна объясняет как раз эти же темы: как вручив себя мне, да, Баджате, сосредоточив на нем свой ум и отбросив сомнения, то есть Шадаван. Все те же три категории он перечисляет как развить эти а, три квалификации, которые а, присущи преданному Господу. Ты можешь в полной мере постичь меня, по пути йоги, просто услышь меня, слушай меня, говорит тачхрино. С этого начинается процесс становления преданного. Необходимо слушать о, о, о Кришне от Кришны, снова и снова повторяет Шалправопада. Невозможно услышать а, повествование о Господе, то есть, точнее, возможно услышать, но правильно понять невозможно, если это не преданный или тем более это не сам Господь. То есть, если а, человек, мы хотим что-то узнать о, о, о каком-то человеке, самый естественный способ это обратиться к нему и завязав с ним какие-то доверительные отношения. Расспросить его, кто он такой, как его зовут, где он работает, что он из себя представляет, какие у него интересы, что он на данный момент здесь делает, как он здесь оказался и так далее. Все можно выведать, если просто обращаться к этому конкретному человеку и внимательно его слушать. Не то, что обратиться к какому-то к третьему, к четвертому человеку, расскажи ко мне он про того, а тот сам-то толком и не знает но будет умничать. А, ну вот он выглядит таким-то образом, и у него такое вот а, хмурое лицо, значит, он злой, там и так далее. Начнет спекулировать, короче, по полной, по полной. Совершенно не обладает, не обладая пониманием, что, может быть, на данный момент человек чем-то расстроен и так далее. То есть вот в подобном же духе, как вот сейчас, объяснив очень примитивный такой мирской пример, а, по сути дела действуют а, вот такие вот мирские люди, которые дают комментарии к словам Господа. Они совершенно не знают настроения Господа, не знают, что он на самом деле хотел сказать этими словами, и вообще каково общее послание Бхагавадгиты. Они совершенно не принимают этого расчета. Они не слышат Господа, когда он всем живым существам, и в том числе им, таким вот горе-комментаторам, просит «просто предайся мне». Он объясняет, как его можно постичь. Бхакти мама биджанати, яван не шчасми Татватаха. Татва значит по-настоящему, поистине. Не как-то поверхностно. Поверхностно можем из энциклопедии, из Википедии прочитать. Кришна родился в Мадхуре, его папу звали Нанда Васудева, маму звали Деваки, потом он поменял папу, маму, когда его перенесли, и там он жил столько-то, столько. -то, столько. То есть какие-то отрывочные внешние поверхностные факты, но это вовсе не татва это не поистине можно постичь Кришну. Это вот какого-то исторического глупца, обладающего какими-то поверхностными фактами, конечно, можем такое и подобное знание услышать, но оно практически ценности не имеет. И слушая такого глупца, мы не станем преданным, мы не избавимся от сомнений разве феру, мы не начнем думать постоянно о Кришне о чем говорит Кришна, да? и не вдохновимся служить Господу. Баджате не произойдет. Вот Шилгупада указывает на этот момент, что до его приезда уже приезжало много вот так называемых свами, йогов, и у кого-то с собой была даже Бхагавадгита, и вообще существовали переводы Бхагавадгиты на английский язык до издание Шелпады. Шелпада использовал даже издание Бхагавадгита, издатель, издательство Макмиллана. Вот. Он их использовал для того, чтобы просто вставить туда свои комментарии. Потому что, в принципе, в общем и целом, с санскритом тяжело так прямо уж наперекосяк его перевести. В принципе, он особо не переживал, поэтому следил за тем, чтобы были его комментарии вставлены, чтобы на основе комментариев правильно понять те места, которые в переводе могут двояко пониматься и вызывать разногласия. Поэтому он говорил, что самое главное, чтобы были комментарии бактивиданты. Так вот, существовали и другие переводы, но поскольку вот это трансцендентное послание было принесено, передано непреданными, то ни одного преданного не появилось, читая такие книги. Все просто <coughs> остались в понимании, интересно, что-то с Востока, ух ты, какая философия. Сейчас покурим, так сказать, и пообсуждаем, ночь проведем. И потом будем жить каждой своей жизнью. Ничего ровным счетом не менялось. Все потому... <coughs> что люди слушали не так чхрену не от, не от Господа или не от пред доверительного представителя Господа, который прекрасно знает, что Господь хотел сказать, поэтому не будет а, выставлять Господа в неправильном свете, не будет делать из него какое-то посмешище или просто <coughs> никчемную личность как пытаются сделать э, комментаторы Майвади. Поэтому очень важно, в первую очередь, для того, чтобы начать развивать себе преданное служение, начать слушать о Кришне и слушать из верного источника. К сожалению, мы не такие удачливые, как Арджуна да, или другие великие преданные, которые непосредственно слушали наставления Господа. Но мы, идя путем... По стопам предшествующих ачарьев, принимая послание через совершенную парампуру, можем получить то же самое знание. Потому что все великие парамахамсы, ачарьи в парампуре демонстрировали свою квалификацию тем, что передавали послание как оно есть, ничего не меняли. И таким образом знание можно получить таким, как оно есть. И у нас есть все возможности, все шансы, чтобы духовно развиваться. Но какие же условия необходимы в процессе слушания? Нужно какие-то обстоятельства, чтобы обязательно благотворные складывались, какая-то то, что в каком состоянии сознания нам самим необходимо пребывать. Потому что если слушать в полуха, пренебрежительно, с каким-то вызовом сознания, то это вызовет совсем другой эффект. Кришна объясняет, как его нужно слушать. Как его слушать? В первую очередь, асакта мана. Асакта – это означает «сосредоточенным умом на Кришне». Причем сосредотачивать свой ум на Кришне нужно положительным образом положительным, это означает, идя или строя свое сознание по принципу развития преданного служения. Вот. Асакти. Асакти – это значит сосредоточенность на Господе, тяга Господа, естественное влечение. И Шалапапада несколько раз давал лекции по этому стиху, это раза 4 или 5, насколько я мог найти. Вот. И он объясняет, что чем отличаются да, современные люди и их состояние жизни, лишенного религии, лишенные сосредоточенности на Господе, а тем, что они живут по принципах животных. И только лишь наличие вот этой религиозных принципов, где они могут быть сосредоточены на Боге, на том, от кого исходят а, вот эти наставления, а, позволяют им духовно очищаться, воспринимая, что а, вот эти наставления имеют божественное происхождение. Конечно же, самое первое, а, зачем обращаются к Господу, в каком духе, в каком настроении направляют свое сознание, это хлеб наш насущный, даже нам днесь, да? и же есть и на небеси, как говорится в известной молитве, вот, накорми нас. То есть это, как объяснял Шилпада, это уже, в принципе, сосредоточенность на Боге, но она должна развиваться дальше, не просто сосредотачиваться на Боге, как, в принципе, каковым Он и есть по своей сути. Не те, ни чья нам, чья наш, чья на нам, экопаху нам ее видат хати каман". Господь является тем вечным, высшим, вечным, обладающим сознанием живым существом, который один выполняет потребности и желания всех остальных отделенных маленьких частичек живых существ. Но вместо того, чтобы быть в сознании такого заказчика, Кришна, обеспечь мне то, дай мне все, я помолюсь тебе, выполни мое такое желание, со временем такое настроение должно трансформироваться из желания выпрашивать себе хлеб, как говорит Шиларупада в лекции в Сан-Франциско 26 марта 1968 -го года, по этому же стиху, развить такое состояние, что если я не накормлю Бога, то Он умрет. Да? То есть сейчас я боюсь умереть, и Господи, накорми меня, чтобы мне было что, так сказать, на стол положить, и чтобы не умереть от голода, то есть заботьтесь чисто и исключительно о своем благе, вот. а по мере развития преданности, преданной в экстазе чувств преданности Господа, как, допустим, родители Кришны. Они думают, что если мы его не накормим, он умрет. Вот, поэтому э, мы переживаем о том, чтобы хлеб достался ему, а не, не мы выпрашиваем хлеб у него. Вот так развивается сакти, э, привязанность, сосредоточенность на Господе, э, когда она возвышается уже до высоких э, раз, возвышенных взаимоотношений с Господом. И такое развитие вот этого асакти претерпевает различные стадии. Но да? сначала, естественным образом, развивается с общего понимания, что Бог велик, да? Аллаху Акбар, Бог велик и так далее. Все религии прославляют вот эту концепцию величия Бога. Но узнавать, как он велик, в чем именно состоит его величие, и подробно писать не все могут. Да? Поэтому, да даже если человек понимает, что Бог велик, но одного этого недостаточно, чтобы очень тесно быть связанным с Богом. Человек должен как-то продвинуться выше. Шилпада приводит пример. В лекции, той же самой лекции в Сан-Франциско, предположим, мы понимаем, что небо – это что-то грандиозное и великое. Но как я могу что-то просто общее, грандиозное, общее, великое любить? Если встает вопрос о любви к Богу. Я люблю небо, там, прямо жить без неба не могу. Там, что я могу сделать для неба? Как бы там небо без меня, там что-то не это. Ну, никто такого не проявляет. Потому что не тараса, в настроении такого почтительного восторгания невозможно развить очень тесные, очень личностные отношения. Оно как-то общее теоретическое остается Постепенно оно должно углубляться да, от осознания величия Бога до а, желания служить Богу. Поэтому следующим следующем а, стадии, следующим достижением преданного является дасираса. Когда из такого пассивного состояния и просто о, восторгания у человека возникает желание, что я могу сделать для этого объекта любви? Вот. И дальнейшие расы, они охарактеризовываются именно вот этим настроением. И Дасия, и Сакья расы, и Вацали, и Мадгурия, все они заряжены этим же настроением, служением. Просто каждый служит а, в определенном теперь роли. Но теперь происходит активное служение. Так, таким образом, вот это асакти, это означает, что человек сможет а, хорошо слушая, читать Бхагавадгиту, слушать Кришну, лучше он поймет если он будет активно занят в преданном служении. То есть, иными словами, вот иногда часто звучат вопросы, а ведь я же могу просто дома сидеть и читать, изучать книги. То есть, активно преданным служением не заниматься. Но до какой-то степени можете, потому что слушание, чтение – это все равно, что слушание. И это самое начало. Но а как только вы перестаете читать, не буду говорить вы, мне это тоже касается, как только мы перестаем читать, ум сразу отвлекается, и наши асакти направляются на какие-то мирские темы, на наши телесные привязанности, на то, кто там что там сказал, кто нас как расстроил, пообещал одно, а потом, так сказать, разлюбил, да, и теперь я переживаю на это об этом, а не о том, так сказать а какие мои отношения с Господом, про которые я только что читал. Ум еще не натренирован так, чтобы постоянно думать о Кришне, чтобы сохранять вот, этих, вот эту привязанность. Асактамана, сосредоточенность на, на Господе. Поэтому для начинающих преданных, для нас, существует практика сады на бхакти. То есть следование таким правилам и такой вид деятельности, каждый из которых будет нам напоминать о том, ради чего, ради кого все мы это делаем. Даже если вот ну, устали читать, уже все, не заходит, уже не могу концентрироваться. Отложил книгу в сторону, слушал там 10 лекций, ну все уже просто уже как-то вот рассеянность. Но ну, могу что-то другое при этом делать. И так вот вся жизнь практикующего преданного служения в течение всего дня строится. Тем другим пятым или десятым образом, но все это связано с кришной. Вот такая совершенная практика сады на бакте, чтобы каждый момент времени человек был занят одной из анг преданного служения. И каковых существует много. Особенно, если человек удачлив, у него из дома божества предположим, да? тогда он с утра до вечера может быть занят. Потому что из 64 анг преданного служения огромная куча, чуть ли не 40, посвящены именно, они построены вокруг божеств. Стоять, танцевать перед Господом, петь для Господа, вдыхать запах аромата, аромата тулоси, аромат благовоний предложенных, носить гирлянду Господа, обходить вокруг храма или вот места, где Господь установлен, Огромный, почитать черенамриту. Огромное-огромное количество, которое каждым, занимаясь из которых весь день заполнится. И все это будет способствовать асакта-мана, а чтобы наш ум был, оставался привязанным к Кришне. И вот в таком состоянии, пусть даже я делаю чищу картошку, да, что-то такое очень простое мою пол. Но при этом, если я слушаю лекцию Шилпрапады, то она значительно лучше заходит. Вот. И даже если перестал уже слушать лекцию, но поскольку я продолжаю занимать свое тело в служении Господу, Хришике на Хришикеша совершая, то а, вот это сознание не отключается. Я делаю что-то для Господа, я помню, для кого я это делаю, и, соответственно, моя связь сохраняется с Ним. И находясь в таком а, а, состоянии сознания, мое те моменты, когда я начинаю снова слушать о Господе, становятся более качественными, они идут мне на большую пользу. Поэтому а, те люди, те преданные, в принципе, я их назвал людьми, но а, в том смысле, что если они предпочитают жить своей жизнью и не активно не принимают участие в практическом преданном служении, вот, их предпочтение... Конечно, они могут сказать, ну вот жизнь такова, приходится работать, и за это их никто не винит. Но нам всем надо себя поддерживать. Но когда есть возможность совершить какое-то служение Господу, начиная о том, чтобы послушать о нем, почитать о нем, да, прийти вместе к преданным, чтобы воспевать его святые имена. Потому что Санкиртана совместное воспевание, куда могущественнее, чем моя личная Джапа. Это куда лучший эффект, вот, предположим, мы пели 20-30 минут. Это во много раз могущественный процесс для каждого из нас, чем если бы каждый из нас отдельно читал джапу. Потому что вот таков, таков могущественный метод санкиртана, совместное воспевание. Вот. И если мы упускаем такие возможности, то в итоге наше преданное служение страдает, и даже если мы думаем, мы отделаемся просто чтением, о Кришне, Бхагавадгите или других книг, то заходить будет менее реализовано и не так глубоко, очень поверхностно. Настоящая привязанность к Кришне не будет возникать так сильно, как если бы мы стремились действовать Мадашрая, приняв прибежище у Господа, как Кришна говорит. Мадашрая ⁇ это Ашрая ⁇ значит приняв прибежище. То есть в первую очередь здесь речь идет о том, что а, само в первых отношения, а Кришна мой защитник. До этого я сам пытался барахтаться здесь в материальном мире, а, пытался самостоятельно, я сам, знаете, вот как вот вздорный ребенок отталкивает руку а, родителя, я сам или я сама. Вот. Но сам или сама не, она много чего не может сделать. Там упадет, там или не так в кривкость что-то сделает. Вот. но как только желудство осознает что приняв прибежище у господа матчи Сарвадургани, дурганим мат просада тарищаси от вам аханкара наш Рушьяси винащасси кришна говорит бог о бок контрастно объясняя что произойдет если действовать в сознании Кришны, опираясь на его помощь, на его поддержку, завися от него. И что произойдет, если человек сам решит действовать на основе своего ложного эго, аханкара? В первом случае человек по милости Кришны преодолеет все трудности. Вот просто находясь в сознании Кришны и действуя, он сможет преодолеть все трудности. И уж тем более, если эта деятельность напрямую связана с интересами Кришны. Ладно, там, если, допустим, какая-то вынужденная кармическая деятельность, которой мы только можем, разве что плоды предлагать Господу. Но если уж это является частью Его миссии, полностью духовная деятельность, то «Матчитах так сарва дургани мат просада По моей милости мат просада. Сарва дургани Все трудности дургани, значит, трудности таришеси исчезнут, будут разрушены. Они не будут стоять препятствием перед тобой. Но с другой стороны, контрастно, если человек решает оставить, не связываться с Кришной, атхачетвам аханкарам, если ты твое сознание чета, то будет охвачено Аханкарой, я сам, наша рушьяси Сивинакшия, ты ничего, собственно, и не добьешься, и ты лишь потеряешь себя, значит, еще хуже даже сделает себе. Потеряешься, значит, ты начал с одного уровня об, обнаружишься еще больше запутанным в иллюзии материального мира. Поэтому на страницах Бхагавадгита Кришна снова и снова указывает на необходимость всегда находиться в сознании Кришны. И здесь он снова говорит об этом: Мадашая, обладающий сознанием Кришны или принимающий прибежище у меня. Это естественное состояние преданного. Он всегда ищет прибежище у Кришны. Причем прибежище не пассивного, все Кришна, неси меня. Я, так сказать, буду удобно лежать у тебя на, ру... на коленях. Нет. Это означает а... мама Нусмара Ютхеча. Всегда помни обо мне, уповай на меня, но продолжай выполнять свои предписанные обязанности. Вот это означает Мадашрая, принимать прибежище у Господа. Также Шилупапапада объясняет, что Мадашрая означает принять прибежище у представителя Господа. У э, Ачарьи, у истинного духовного учителя. Вот. Потому что приняв прибежище услуги, слуги, слуги, слуги это ценится Кришна еще больше. Это означает, как Швапада приводит скромно свой пример, что поскольку он просто постарался выполнить наставление своего духовного учителя, проповедовать в западных странах, писать книги, проповедовать на английском языке, э, все это по милости. Моего Гуру Махараджа, говорит Шаукупад. Вот. Он принял прибежище в наставлениях своего духовного учителя. Вот, вот этот Мадаш также можно понимать, как а, принять а, прибежище именно в наставлениях Кришны, а не в наставлениях кого-то еще, каковых очень много здесь умников в материальном мире. Есть разные там люди, которые а, верят больше в судьбу, поэтому подаваем астролога, они больше его будут почему-то слушать, или больше верят в сильным мира сего. Кришна когда-то там был, это уже устарело, это все индийское. Вот сейчас у нас тут, у нас тут э, нынешняя власть, у нас тут такая политика, такие-то вот конфликты с другими странами. Вот. Нам вот с этим нужно разобраться. И вот сейчас у меня денег нет. Мне вот это больше интересует, из-за того, что такая вот санкция у нас сейчас. Вот. То есть человек больше будет вкладывать свое сознание и искать прибежище, если я правильно пойму, как все здесь работает, все вот эти политические механизмы, то я смогу якобы выплыть из всего этого. Но ну, ни один никогда не выплыл. То есть когда мы вкладываем свое сознание, свою надежду во что-то еще, будь то в образование, будь то в том, что меня сможет понять супруга или супруг, и окажет настоящую поддержку, или там банк меня не обманет, ну еще и так далее. Конечно, какое-то время все вот эти в... прочие способы, где искать прибежище, и таковых миллионы, я все лишь три назвал, вот, они все равно являются несовершенными. Лучше искать прибежище у Кришны, и прибежище у Кришны – практический способ, что означает, что понимает Кришна – что мы приняли у него прибежище. Просто вот это сентиментально, стоя перед божествами, Кришна, ну все, я такой вот падший. Помоги, пожалуйста. Потом, проплакавшись, утерев слезы платочком, пошли заниматься, по сути дела, примерно тем же самым. Вот, Мадашрая – это означает строго следовать а, тем рекомендациям, которые дает Кришна. То есть, строго следовать правилам предписаниям. Сада на Бхакти. Правильным предписанием того, как строить всю свою жизнь вокруг того, чтобы понравилось Кришне. Кришна в форме божества просыпается в 4 часа. И он ждет, что в 4.30 на Мангаларате в храме к нему придут его любимые преданные, будут для него петь искренне. Он, его разбудили, его подготовили заново, с открывается, и он смотрит там 2-3 человека. При этом Кришна знает, что ядра состоит там из сотен преданных. Где эти преданные, ну он, конечно, знает, где они, но вопрос скорее риторический: где они в смысле, а почему они не пришли? Если бы они пришли, последовав вот этой рекомендации, которую дает нам шаурупада, что нужно вставать утром, приходить к Господу на Даршин, петь для него с любовью. Вот. Это же и нам самим приносит благо. И в первую очередь Кришна видит, что мы принимаем прибежище в его наставлениях, не в, не в таком вот а, сентиментально сопливом плаче. Кришна, помоги, там, или в других религиях свечку поставлю, там, барашка зарежу, там, такое прибежище. Да? Нет, прибежище это означает, что мне уже сказали давным-давно делать. Вот за это я и держусь. Этому я следую. Если мне сказали строго следовать регулирующим принципам, я делаю это. Кришна воспринимает, да, он следует, она следует. Не то, что вот, так сказать, так вот, как это принято сейчас говорить, волею судьбы да, так вот произошло, волею судьбы. Дескать, я не виноват, не виновата я, да, как в том фильме, он сам пришел. Вот, но Преданный прикладывает усилия, чтобы не строить из себя вот такого жертву, а он понимает, что его практическое воплощение мата ашраяга, принятие прибежища у Господа, это означает следовать тому, что Он меня попросил делать, в частности вот этим правилам, предписанием всего комплекса бхакти йоги. Всегда действовать так, чтобы доказывать, что где бы я ни находился, в какой бы деятельности я ни занимался, я остаюсь преданным. И эта деятельность, вообще в идеале, каждая из деятельностей должна быть связана с интересами Господа, приносить ему удовлетворение. Хришике на хришике Шасевану, севану, чтобы моя деятельность моих чувств была направлена на удовлетворение чувств Кришны. У меня есть чувства, но я не действую на удовлетворение своих чувств. У меня есть чувства, и их я занимаю, чтобы удовлетворялись чувства Кришны. И вот есть 64 анги преданного служения. И занимаясь, выполняя их, я могу быть уверен, что все вот эти правила, ограничения, выполняемые мною, держат меня в сознании Кришны. Вот, я на каждом шагу принимаю прибежище у Господа. Мадашвяга всегда связан с ним. Здесь очень важное слово также юнджан. Юнджан означает практика, потому что тот, кто практикует, это означает, пусть даже у него сначала это не получается, всегда находиться в сознании Кришны, всегда находиться мат ашрая, в состоянии того, что я принимаю прибежище у Господа через то, что Он меня просит делать, через практику преданного служения. Но я практикую. И само усилие, что я стараюсь это делать, я искренне стараюсь, как у пионеров, сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, да? так вот, вот такое намерение лучше и лучше делать для Господа в таком сознании, или как минимум не опускаться ни, ниже вот достигнутой планки, так вот утвердиться, если не получается утвердиться, посмотреть, как найти способ, чтобы мне ничего там не мешалось, просто сегодня повезло. Я достиг этой планки, а в другие что-то не, не получается. Ну как бы сделать так, чтобы у меня а, получалось, допустим, не засыпать на Джапе утром или там, чтобы когда я пою для Господа, чтобы я не думал там о каких-то делах, а именно взирал на Господа с любовью и пел так, думая, чтобы ему понравилось, как я пою Хари Кришна, или танцевал бы для его удовлетворения, а не то, чтобы а, вожделенческие взгляды на меня смотрели и так далее. Вот. Все это можно оттачивать, улучшать качество каждого из аспектов. Вот. Это достигается путем практики. Ладно, сегодня мне не получилось, я был рассеянный и спал на джапе. Но приду сегодня и приду завтра, буду читать джапы, уже не буду спать. Ну или ладно, сегодня спал 8 кругов, но завтра по крайней мере 2 круга. Ну конечно нельзя так планировать спать, сколько это кругов, но... Это иронично, я выиграл настроение, что должно быть какое-то усилие практиковать и а, улучшать качество, так, чтобы в итоге Мад Ашрая стала очень качественным, чтобы Кришна уже видел, что мы на каждом шагу помним о нем, все наши чаяния, ожидания и надежды связаны с Ним. И все, что бы мы ни делали, яд хороший, я дашь наси, джухоши дадаси яд, я тапаси я таткуруша мадарпана. Все это направлено на то, чтобы удовлетворять Кришну. И просто Кришна терпелив, он может подождать. Сам Рупа Гасвами описывает, что преданное служение на уровне сада на бхакти это практика. И он приводит пример. Приводит пример, подобно тому, как склонность к предному служению уже заложена в живом существе. Ее просто благодаря практике нужно проявить, чтобы живочие уже ну, то, что заложено, проявило и начну, начало так действовать. Точно так же, как в ребенке уже заложена склонность ходить. Он еще маленький, пока что ползает или на, на четвереньках ползает. Но чтобы ходить, ему нужно попрактиковаться. И поначалу при помощи опытного помощника, родителя, мамы или папы, или кого-то из родственников любящих, он может еле-еле на ногах держаться, но потихоньку, когда мы его ободряем, он сам не ленится, не расстраивается, да ну, пошло все это к черту, вот, он старается, и в итоге он не только ходит, он даже бегает, а как вырастет, может даже там, медали завоевывать, быстро бегая. Вот, настолько он напрактиковался, что прямо очень эффективно и успешно это делать, если такой дальше материальный пример рассматривать. И точно так же Юнджин, означает тот, кто практикует. Ничего страшного, если у нас что-то не, не получается. Кришна терпеливо готов подождать. Он очень любящий отец, самый. Вот, это означает, что в нем есть вот это великодушие и терпение. Дождаться, когда у человека получится. Главное, чтобы сам человек не вредил и не отталкивался в а, руку помощи Кришны. Вот, типа, да, это не поможет. Ну, ты сам глупец, раз отказался от этого. Но тот, кто старается практиковать, вот как тот пример с птичкой, да, которая Воробиха пыталась выпить океан. Даже если она сама, в принципе, и мы прекрасно понимаем, не способна это сделать, но благодаря божественному вмешательству это было вот-вот возможно, потому что сам Гаруда встал на ее защиту. И точно так же, когда мы практикуем не какие-то кармические вещи, как быть хорошей женой, поэтому чистим там кому-то ботинки перед этим, да, чтобы натренировать себя, или там как вот видел видео, как вот с помощью одного взгляда передать любовь другому человеку. И вот прямо на видео стоят друг другу преданные так, и думаешь, ну клоуны, вы, вам что, заняться нечем, что ли? Вы вот зачем на это время тратите? Просто сядьте, пойте Харе Кришна громко. Это то, что вас просит Господь читание делать. И тогда все вот эти вот вещи, включая э, способность ценить друг, э, друг друга по достоинству и как результат проявлять вот такую любовь, которую вы пытаетесь практиковать искусственными методами, она сама проявится. Почему? Потому что чету на марджина. Вот эта грязь, которая мешает вам вот эту вот любовь выразить, да, она, естественно, будет происходить, потому что преданный сухридам сарвабутанам. Он лучший друг всем живым существам. Это свойство садху. Титикшава коруника сухаридам сарвадейхина, аджата шатрава шанта садава саду бушина. Он аджата шатрава, он никому не, не, не воспринимает как врага. Наоборот, сухридам сарвабутанам, он всех сарвадейхинам считает, все живые существа пытаются действовать как лучший друг для них. Вот откуда любовь-то происходит. Потому что он садху потому что он настоящий преданный. Поэтому, чтобы не заниматься, не заниматься такой психологической глупостью вообще, просто какое-то развлечение в клубе по интересам, а принять действенный метод, который очистит сердце, вместо вот этих вот томных взглядов, сесть, успокоиться и петь Хари Кришна, сосредоточенно слушая Святое Имя и бережно в духе служения воспевая его. Это по-настоящему будет менять сердца преданных. Это также проявление мадашрая. Мы принимаем прибежище не у какого-то психолога или психологини, который выдумал такой способ, а принимаем прибежище у Господа Читания, который дал нам способ, но который по-настоящему эффективный способ. Сангирта на Яге, совместное воспевание святых имен. И очень важное, важным аспектом является состояние шаям свобода от сомнений. Если мы практикуем, очень важно следить, чтобы мы а, не сохраняли никаких сомнений. Эти сомнения, а, их разрушительность описана Кришной в Бхагавадги 4.40. Агешча Самшаятма Винашяти Наям Локости Напаро на сукхам Это означает, что невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах то, что говорит трансцендентное знание, в частности Бхагавадгита и другие богооткровенные писания, которые описывают могущество преданного служения, которые фактически намекают мне, что если я буду так действовать, то я обязательно достигну совершенства, если я сохраняю сомнения, то я не, буду не способен обрести сознание Бога. Никакого Мадашрая просто не произойдет. Просто если человек сохраняет в себе сомнения. Наоборот, из-за этих сомнений, как говорит Кришна, на ям локости на паро, на сукхам. Такой человек будет опускаться все ниже и ниже, и ни в этой жизни, ни в следующей он не обретет счастья. Вот это вот клоунское «я желаю всем счастья» – это будет просто пустым звуком если человек, сохраняя сомнения, на основе этих сомнений, не вовлекает себя интенсивно в прямую практику преданного служения, а занимается всей вот этой психологической чушью. Это доказывает, что он больше верит в психологию, чем или в астрологию, или там еще какие-то расстановки по Хеллингеру и прочее, прочее. Он больше верит в это, а меньше верит в слова Кришны, меньше верит в слова Священных Писаний. Почему? Кришна объясняет. Вот эти сомнения возникают а, из-за того, что сознание человека направлено на что-то еще. Да? Как вот, например, если материальный и очень грустный пример рассмотреть. Да? Женщина а, замужем, но она, а, муж начинает обращать внимание, не уделяет достаточному внимания, пренебрегает его присутствием. Это вполне может оказаться, что у нее есть какой-то другой мужчина. Вот поэтому она, как сказать, свою энергию уже направляет на кого-то еще, и этому мужу чисто формально там. Готовлю, стираю, убираю, что тебе еще надо? Вот такое иногда звучит. Вот, но это человек, конечно же, не... Как сказать, не хотел связывать свою жизнь с домработницей. Да? Сейчас много чего, все вот эти автоматы, он сам может даже с это сделать. Но суть в том, что а сознание, когда не сосредоточено на одной личности, оно сосредоточено на нескольких, то, соответственно, изначальное требуемое, первичное, которое должна быть сосредоточенность, уже сильно страдает. И успеха в семейной жизни у человека не возникает. Соответственно, такой брак рушится очень быстро. В итоге все наружу вылезает, и люди расстаются. Это, как я сказал, болезненный, грустный пример. Но настроение, психология, логика здесь действует точно так же. Вьявасаятмика будхих экеха курунандана бахушакха хьянанташча будхайо нам. То есть тот, кто исключительно экеха, однонаправленное направление на Кришну, то а, у, вот это в Евасайатмике Будхи продвигает его к высшей цели очень решительно и быстро. Но если он сосредоточен не только на Кришне, но еще на каких-то других вещах, а почему он на них сосредоточен? Потому что он их тоже считает ценными. То есть нет, не только Кришна, нужно еще, так сказать, и нормальными людьми быть, надо поэтому изучать там э, психологию, э, искусство, классиков надо читать, они тоже могут нам дать что-то ценное, не только лишь один Кришна. Поэтому я, может быть, так и не заявляю, но тот факт, что у меня стоит на полках вот такие книги, что я к ним периодически прикладываюсь, практически демонстрирует, что я полностью не верю в процесс преданного служения, что я принимаю прибежище в наставлениях где-то еще, или, допустим, отдохнуть мне надо, Честно говоря, мне непонятно, как от предного служения, от настоящего, которое сусукхам карту мавиям, который дарует величайшее счастье, зачем от него отдыхать? Отдыхают от того, где ты действительно устал, где сильное такое бремя монотонности груза и какой-то нервной работе, да, когда ты вот на какой-то вот работе, особенно с неблагодарными клиентами работаешь. Я мне, честно говоря, Часто жалко вот этих девушек, которые ресепшонистки или э, кавс, customer support, да, вот, когда ты вот звонишь там в службу поддержки, вот, и предположим мобильная связь не работает, а человек орет на эту бедную девушку, как будто бы она там лично перегрызла этот провод и у нее теперь, так сказать, интернет не идет. Вот, мне их, честно говоря, всегда жалко, что они, вот, как сказать впереди, так сказать, как щит, защищающий интересы компании какой-нибудь, предоставляющий условия для коммуникации. Не отвлекаемся, да? И не отвлекаем. То есть это вот тот же самый подход, да, что вот женщин, наоборот, надо защищать. Их нельзя выставлять в такое положение, что они вот будут с раздраженными и гневными пользователями общаться и испытывать на себе весь этот стресс. Наоборот, их занять чем-то таким, вот, чтобы они были защищены. То есть что-то дома такое для семьи делать и так далее. Ну, вот такие вот изъяны. А это все, с чем я говорил? что-то мысли потерял, кто внимательно слушал. Сама история интересная, уже увлекла, да? Что отвлекаемся, главное. Да, правильно. В Экехакурунандана Баху Шака. Баху Шака значит многоватвистый. То есть, да, я приводил пример, что человек ищет прибежище ищут способы как отдохнуть да, от преданного служения при помощи каких-то других посторонних методов хотя само преданное служение дарует такое счастье что тут никакой даже мысли не возникнет отдохнуть потому что отдыхают от какого-то тяжкого времени, от чего-то нудного и тяжелого от ужасного от такого приходится отдыхать и если вдруг для кого-то преданное служение предстает таким образом ну, это как-то очень тревожный признак, честно говоря. И если вдруг такой преданный еще числится старшим преданным, то сразу возникает вопрос: а, собственно, ты что делал все эти годы? Что для тебя преданное служение это тяжкая мука, ты как бурлак на Волге. Вот. Должно быть все больше и больше счастья проявляться. Вот. И это происходит, если у человека сохраняются материальные привязанности материальные привязанности являются основой для сомнений, то есть не только Кришна, но а как же вот это, а как же то, а как же моя там семья, а как же моя способность заработать или там ухватить от жизни вот то-то и то-то, я так сказать решительно настроен чтобы быть счастливым или счастливой, да? вот. и Кришна ты вот либо помогай мне, либо не мешай, вот такой подход вот и вот и поскольку помимо Кришны ценится что-то еще, и поэтому, как результат, в отношении Кришны мы испытываем сомнения, а целиком ли Кришны достаточно мне? Или все-таки мне что-то еще нужно? Какие-то вспомогательные вещи? Вот это и есть суть сомнений. И когда у такого человека есть сомнения, у него возникает многовитыстый ум. Баху Шакха, Хьянан Ташча исполнены огромное количество желаний, ананта, безграничные желания. У него многовитаистый ум, и вот это в будхи сосредоточенность только на Кришне. В духе Мадашрая принятие прибежища у него не возникает. Таким образом, очень важно избавиться от этих сомнений, от, отвязаться от этих привязанностей, иначе говоря. Потому что, как мы указали, что корень сомнений это некие альтернативы. То есть вот эти привязанности к материальному. Поэтому эти привязанности разрубаются чем? Мечом знания. Мы получаем трансцендентное знание, которое само по себе такое могущественное, что особенно когда вот этот меч в руках опытного воина трансцендентного, духовного учителя, такие сомнения разбиваются напрочь. Поэтому очень важно в процессе духовной жизни... Для устранения сомнений, чтобы находиться на платформе, о которой говорит Кришна, а сам Шаям, чтобы не было никаких сомнений, важно а, иметь всегда доступ к личности, которая нам поможет разрушить наши сомнения. Иначе говоря, разрушить наши привязанности. А чтобы их разрушить, необходимо услышать а, о, о их истинной, а, порочащей, оскверняющей природе всего того, что принадлежит исключительно материальному миру. Оно такой природой и является. Все, что принадлежит материальному миру, и, соответственно, изначально было создано для того, чтобы люди отвязывались от Кришны и привязывались к чувственным наслаждениям и тем самым деградировали. Так вот, чтобы разрушить привязанность к этому всему, необходима помощь извне, если мы сами не способны, просто слушая от Кришны. Вот, прочитать Бхагавадгиту и понять, о, оказывается, нужно предаться Господу. И, ну, можем мы вдохновимся, но иногда по старой привычке опять что-то отвлекаемся. Поэтому очень важно находиться как минимум в а, благоприятном обществе, в обществе преданных, которые уже воодушевлены искать прибежище у Кришны. Или Мадаш Раям, как мы отметили, ссылаясь на Шалпады, искать прибежище у представителя Кришны. Принять прибежище, например, в наставлениях Шилупраупады. Сейчас вот больная тема в Исконе. Почему так Искон раскалывается, разномнение, разночтение. А нас объединяет Шилупраупады. Если мы будем все как один опираться на наставления Шилупраупады, более того, не просто на формальное наставление. Я такое наставление уже, а ты другое. И вот они внешне оказываются противоречивыми, и мы опять разъединены. Нет. Изучать наставление Шалупада таким образом, чтобы увидеть, как комплексная система Шалупада оценила какие-то явления, факторы, какие-то идеи, какие-то направления, как он оценил какие-то ситуации. То есть должно быть такое вот систематическое изучение каждого вопроса, чтобы увидеть определенную закономерность, что да, Урупада по этому поводу высказывался все время так-то и так-то, и причем ссылался на такую-то такие-то и шастры. Вот он проявлял такое-то настроение. И это не только его одно настроение, это настроение и баксиданты с и бактивинода такое, и вообще все наши парампоры. Но тут уж невозможно поспорить. Вот так вот увидев объединяющее. Да, всех нас наставления, мы можем быть едиными, приняв прибежище у и избавившись от всех сомнений. А то, сохраняя сомнения, тем означает, сохраняя привязанности, мы очень ловки в том, чтобы выуживать нужные нам цитаты. Просто для того, чтобы подкреплять. Знаете, вот как покосившуюся избу, там нужно угол, там камень подсунуть, там в деревне так делали, вот, чтобы он как-то более-менее твердо держался. И вот мы тоже выуживаем какую-нибудь а, цитатку нужную нам и нашу шатающуюся философскую концепцию подпираем на вот это вот якобы а, полностью нами понятое наставление Шалугрупады. Вот. А сам шайям. Поэтому необходимо, важно следить, чтобы процесс а, Мад ашрая приня, приняв прибежище у Кришны, мы не испытывали сомнений, что подразумевает, у нас не было материальных привязанностей. Если они есть, то работать с этим. Делать что-то, чтобы они уменьшались, в конце концов свелись к нулю. Не оставлять это на самотек. И тем более не подпитывать их. Тем более не подпитывать. Потому что если не подпитываются, они становятся сильнее и сильнее. В итоге, как в Бхагавадгите, даже одно чувство, которые блуждает, способны увести ум йога подобно тому, как ветром уносится лодка в океане. Вот. И наша привязанность связана с удовлетворением одного из этих пяти чувств. Поэтому позволив культивировать эту привязанность и сильнее и сильнее наслаждая в этом направлении какое-то из чувств или вообще все ум в итоге унесется в другую сторону. И поэтому никакого мадашрая просто не произойдет. И это мы все перечисляем, то, в каком настроении нужно продолжать слушать о Кришне. С каким внутренней квалификацией, как себя, как сказать, какое правильное положение занять. Да, усидчивое и твердое, чтобы ничего мне не мешало. То есть мы перечислили асакта монах, ум сосредоточен на Господе, да, а мадашрая, приняв прибежище у Кришны, Юнджин, что мы это практикуем, и а, асаншаем, избавившись от сомнений, то есть избавившись от привязанности. Вот. и тогда будет возможным слушая Кришну постиг, постигнуть его в полной степени. Самаграм говорит Кришна, он сам произносит это слово. Самаграм значит полностью, полностью, как здесь Шилупада в комментарии говорит, понять абсолютную истину целиком. Некоторые трансценденталисты Понимают только лишь кусочек ее, понимают либо безличный браман, либо сверхдушу частичное проявление Верховного Господа, беспристрастное и нейтральное. Но есть и полное понимание абсолютной истины Бхагаван. Ваданти таттатвам видас, татвам яджгианам, адваям, брамати, параматмити, Бхагаван и Тишабдити. Вот в этих татва да, абсолютная истина постигается в этих трех аспектах. Но высший из них Кришна Стуба Гаван Своем является Верховный Господь в личностной форме. Среди всех личностных форм Кришны, Кришна является изначальной. Вот. И так вот Самаграм, это означает, мы можем постичь Господа полностью и целиком. Он как личность, как Кришна, как Враджендра Нандана, любимый сын Мамы Ишоды и так далее. Вот именно такого Кришну мы полностью, в полной мере, Насколько малюсенькое животчество может понять. Не в полной мере относительно того, как Господь сам о себе знает, а именно в полной мере, насколько, мы, как, насколько в стакан можно налить, настолько и нальется, образно говоря. Насколько мы, как одна десятитысячная кончика волоса, сможем вместить, Вот в этой полной мере, и этой полной меры будет достаточно, чтобы вернуться домой назад Богу и полноценно заниматься служением Кришне. Вот такой самаграм произойдет благодаря процессу слушания. Таким образом, не просто слушать нужно абы как, и при этом жить как-то по-другому, или <coughs> слушать в полухо, или со сознанием вызова Господа, и не совершенно не желая принимать прибежище у него Мадашрая, или еще какие-то варианты можно найти, представить. Но и учитывая каждый из них вот в таком состоянии, в активном, благотворном настроенном на интересы Господа, держа Его как объект, у которого мы ищем прибежище, не расстраиваясь, если что-то не получается, но практикуя и осознанно избавляясь от своих привязанностей, которые становятся причинами моих сомнений мы сможем слушать о Господе так, чтобы эффективно проходить через вот эти стадии, которые Шилпрупады приводят в стихи из Бхагавата. Благодаря слушанию о Кришне, вот такому искреннему, Пунне Шрава на Киртана, сам по себе является благотворным, благочестивой деятельностью. И слушая это, поистование Господи, либо наставление самого Господа, изложенное в Бхагавадгите, Кришна великодушно очищает сердце такого искреннего, и честного преданного. Сатам значит, Он честный. Значит, вот что требуется от преданного, Он честно это выполняет. Он искренний. Если ему нужно быть преданным, ему читать минимум 16 кругов, следовать правилам и предписаниям преданного служения, избавляться от таких-то привязанностей и не делать то-то и то-то. Вот он честно это делает, при этом продолжает слушать о Кришне он оставляется сатам, честным. И слушая Кришне, Кришна, видя такое отношение, начинает очищать его сердце. Хридянтахстхо, находящийся в сердце Господь, абадрани витхуноти, все неблагоприятное. Бхадра значит благой, благоприятный. А абхадра – это вот вся грязь, сомнения, всякие привязанности, всякие неверные представления о себе самом и о Боге – ну и прочие виды невежества. Все это Кришна великодушная больше и больше очищает. И по мере дальнейшего слушания, благодаря такому а, очищению, у человека происходят внешние изменения, что он, если он делает это уже на регулярной основе, не тем Бхагавата Севая, вот он слушает Шимат Бхагаватам, либо а, темы из Шимат Бхагаватам, из уст личности Бхагавата, то а, Бхактир Бхавати Найштики, его бхакти, практика преданного служения, становится утвержденной, непоколебимой. Он вместо преданного выходного дня, да, когда он вспоминает, что он преданный, в воскресенье почему-то, потому что можно прийти и покушать вкусную еду в определенном месте, по определенному адресу. Вот, его бхакти становится непоколебимым. Найштики. Да, как Найштики Брамачари, он уже непоколебим в своем решимости идти по этому обету. И также бхакти, преданность такого преданного становится непоколебимым фактом. Он каждый день. Он не преданный выходного дня, он раз в неделю преданный, а в другое время он просто непонятно кто. Он всегда преданный. Вот где, когда его не застанешь, он всегда в настроении преданности, в серьезном отношении практики преданного служения. Это, это все он накопил, продолжая слушать о Кришне и оставаясь сатам, честным, все выполняет, что требуется. И далее, тада Он избавляется от лени ниши гун, раджаса и тамаса. И как результат он избавляется от их проявлений, от камы, вожделения, от лобхи, жадности и прочих вот этих низменных желаний. И тогда не нужно будет тут вот с любовью там практиковаться, на кого-то там смотреть, потому что он стхита саты просидати. Он естественным образом утверждается в гуне благости, просто продолжая слушать о Кришне. Нам не нужно какие-то установки, сказать себе все, я не буду ругаться с мужем, допустим, или я буду заботливым э, супругом к этой женщине, она и так страдает от меня, все, я это делаю, вот цветы ей. Но если сердце осквернено, опять человек сорвется, опять его понесет. Вот. Но благодаря слушанию о Кришне, <coughs> и это только один пример да, того, как мы пытаемся такими внешними установками быть хорошими. В гуне благости, так сказать. Как порядочный бы человек поступал. Но это все потом уносится. Вот. Опять скорпион говорит, ну уж извини, я скорпион. Это моя, как сказать, моя природа жалить. Ничего не попишешь. Вот такой вот я. Принимай меня таким, есть, как и есть, или просто вали из моей жизни. Вот так иногда люди заявляют. Нет, потому что мы не хотим оставаться такими скорпионами мы слушаем о Кришне. И тогда вот это вот то, на что направлены увещевания психологии, астрологии, то есть то, якобы в чем они могут помочь достичь гуны благости, мы достигаем гуны благости методами преданного служения. Нам не нужно отдельно подготовить себя к гуне благости и потом уже в гуне благости начать нормально заниматься преданным служением. Нет, мы тем же самым преданным служением достигаем уровня угодной благости, просто продолжая Шрин Ватам Свакатха Кришна, слушать о Кришне, и оставаясь честным, искренним преданным, сатам. И далее очищается сознание такого искреннего преданного, и он постигает научным образом знание Бога. Таттва вигиана. Это не просто Гиана, это уже реализованное знание. И Бхагова тата истина о Верховной Личности Господа. Это становится реализованным фактом. Это то, что человеку невозможно его, как сказать, разубедить. Он это прекрасно уже реализовал. Он это твердо следует этому, потому что это для него свершившийся факт. По-другому иначе не может быть. Вот таковой становится для него наука преданного служения. Просто потому, что он продолжает слушать о Кришне, слушать от Кришны. И вместе с этим сохраняет свой статус честного, искреннего, преданного. Для него наука, то, что вот мы слушаем и опять забываем, и опять слушаем, о, да, я же слушал когда-то об этом, интересно. Вот, надо же, опять напомнили. Вот. Мы слышим, слышим, и это западает в сердце, становится а, фактически нашей жизнью. Это боговат Татвы становится. И далее, Вьеденте Хридая Грандхиш узел сердца, который у нас завязался с давних-давних пор, этот узел сердца, который возникает, который является аханкарой, ложным эго. И это ложное эго возникает пумсах стрия этом, этам, тайор митхунибхавам ахух. Да? То есть, когда мужчина и женщина строят свои отношения на принципе половых отношений, взаимного наслаждения чувств. И тогда завязывается вот этот узел сердца, который внешне проявляется, что вот теперь у меня должен быть дом, теперь должны быть дети, должны быть родственники, должны быть деньги, чтобы все это содержать. Вот этот вот так вот узел завязывается, так что все это появляется, и у меня куча-куча всего, что нужно делать вместо того, чтобы Кришне служить. Так вот, бхидиате, Хрида Грандхиш, мы просто продолжаем слушать о Кришне и пройдя стадию избавления от о страсти и невежества, утвердившись в гуне благости и осознав Бхагаваттатва Вигьяну, мы уже с этого разбиваем и узел сердца. То, что ни одно живое существо не может разбить никакими другими а, а, усилиями. Шалпада несколько раз говорил это, что все охвачены вожделением, даже Господь Брама. От, от Брама до Муравья. Все, у всех есть этот узел сердца. Ни одно живое существо в материальном мире такими своими усилиями, своим течением обстоятельств не может избавиться от этого узла. Это очень серьезная вещь. Но просто слушая Кришне и честно с ним взаимодействуя, мы можем развить это, то, что никогда вообще даже не помыслить, чтобы от такого избавиться. Но ну, это часть жизни, что тут поделаешь, уже люди сдались давным-давно. Чхиньянте Сарва Самшаяга. Разрубаются все сомнения. Вместе с их привязанностями, из которых все это исходит. Кши, час, дришта Человек избавляется от всех сетей кармических последствий. То есть ему незачем уже теперь торчать в материальном мире. Ничто не вынуждает его снова родиться, чтобы дождаться какого-то результата он уже готов вернуться домой назад к Богу. Если еще тело не закончило существовать, он просто остается уже а, дживан муктой. Ихаясья харир карманамана сагира никила свапья вастасу, дживан Он а, потому что он целиком и полностью теперь занят в преданном служении, кармана на деятельности своих, своего тела, а, органами чувств, манаса, ум, асакта манах, ум сосредоточен полностью на Кришне. И гера, речь. Он говорит о Кришне, об интересах Кришны, прославляет Кришну и так далее. То он уже Дживан Мук, то он уже освобожденная личность, хоть еще пока что, пока что в теле, потому что тело еще продолжает, должно прожить какое-то время. А так вот, если бы тут же свалилось, он бы прямиком уже идет в духовный мир. Но ну, просто приходится дождаться этого момента. Вот. На этом уровне он уже находится, потому что он избавился от всех последствий кармы. Его уже, в принципе, ничего не держит здесь, в материальном мире. И все это достигается правильным слушанием о Кришне. От Кришны или от его представителя, Хари Кришны. Если какие-то вопросы, дополнения, комментарии. Да, есть вопросы? Пожалуйста. Вот, мы утром повторяем Джапу, uh -huh. то есть онлайн. А онлайн? Ну онлайн, то есть uh -huh. через скайп, или Zoom. Вот. это как-то усиливает нашу Джапу ну, как в какой-то какой мере как Кирта. Нет, Джапа это Джапа, Кирта это Кирта. Джапа невозможно превращать в Кирта. Джапа это то, что человек индивидуально делает, как самостоятельная личная практика. И может быть, не знаю. В традиционных обстоятельствах в ведические времена, я, честно, вот сходу не могу вспомнить, где была такая практика, что предные садились и совместно в кружке читали джапу. Обычно, вот мы описываем историю, что люди, наоборот, ачарь, там предные, уединялись и самостоятельно просто сосредоточившись, чтобы никто не отвлекал, читали джапу. Но, видимо, вот такая практика это для очень-очень низкого уровня преданных, которые, если уединившись, они скорее заснут. Поэтому, чтобы было неловко перед другими, или чтобы кто-то был рядом, чтобы сумел дотянуться локтем до того бока, так сказать, на который ты заваливаешься. Вот, может быть, это вот такой вот очень даже дошкольный метод, чтобы подготовить тебя, чтобы ты более-менее что-то умел делать но в принципе джапа это самостоятельное воспевание, а если вопрос о том чтобы совместно воспевать, то это называется киртан, то есть преданные садятся и поют известным образом Хари Кришна. либо не сидят, а стоя или танцуя, то есть вот это киртан совместное воспевание, то есть нужно понимать, что это одно не переходит плавно в другое, это Две авторитетные практики, но они никак практически не смешиваются То есть остается просто суть воспевания святых имен Просто методология разная На самом деле вот я, честно говоря, не понимаю, как можно вот в круге с другими Просто вот сосредоточиться исключительно на своем воспевании То есть для кого-то будет отвлекать чей-то слишком громкий голос чтения джапы Ему это нормально, он лично себя слышит. Но я теперь сам себя не слышу. Или просто я читаю, но как-то вот, ну, просто глаза зацепляются, а вот тот вот почему-то, вот тот вроде нормально прямо сидит, а этот почему-то там шатается зачем-то, и почему он шатается, и сижу там два круга джапа рассуждаю, почему же он шатается, вместо того, чтобы слушать цветы имена. Или там, ой, этот там встал и ходит, а куда он пошел? Вот. И ну, какая-то глупость возникает. Ну, вот, вот так вот у нас ум действует. Поэтому Джапа это то, где я лично стараюсь взаимодействовать с Господом в форме Святого имени. Лично я повторяю, и лично я должен слушать вот то, что я произнес. Все 16 слов я должен внимательно слушать. И по мере такого воспевания потихоньку будет проявляться даже и само настроение о Верховный Господь, о энергии Господа, пожалуйста, займите меня в преданном служении. Потом уже и вот это настроение начнет проявляться. Не нужно... Шилпада вот в этом комментарии к Хари Кришна Махмантре говорит, что это воспевание не требует никакого-то там особого настройки ума или какие-то интеллектуальные, там сказать, построения, чтобы действовала эта мантра. Она действует автоматически, говорит. И любой может принять участие в этом. Даже дети, говорит, принимают участие. Даже собака может принять участие. Вот так и написано. Так Швупады говорит. То есть просто повторяя Хари Кришна, все остальное приходит. Главное просто слушать. Тач хрену. Нужно слушать. Всего лишь слушать, но чтобы всего лишь слушать, казалось бы, все за этим стоит. Нужно, чтобы у нас были свободы от сомнений, не было материальных привязанностей, которые бы нас во время джапа не уносили куда-то. Да, чтобы мы практически действовали, принимая прибежище у Господа Мада должна быть практика, что мы практикуем вот это воспевание по принципу да, Юнджин, да, тот, кто практикует Асактамана, тот, чему мы сосредоточены, это тоже приходит, вот, как вот одно из проявлений, каково, что вот мы молимся уже Господа Верховный Господь и энергия Господь за меня в преданном служении тебе. То есть мы понимаем, зачем мы воспеваем Хари Кришну. С целью, чтобы сделать себя квалифицированными, стать одним из слуг Господа, чего мы долго уже не делали. Вот это как-то мини-лекция про воспевание, да? Но суть в том, что это просто разные практики. И то есть прибежище вот в этих внешних методах, которые, может быть, для очень дремучих, невежественных нас, еще помогали бы, когда мы в кружке сидим. Но надо понимать, что это лишь вынужденная мера. И она в самом-самом начале так уж помогает, уж лучше хоть так, чем вообще никак, по такому принципу. Но это не является уже самоцелью всегда вот так вот сидеть в кругу и там повторять. По крайней мере, возвышенные преданные, шесть Госвами Вриндавы, великие там очари они старались наоборот уединяться чтобы именно свою джапу самостоятельно слышать, вот этот э, горки Шордас Бабаджи, вообще там по туалетам прятался, там, или под лодками сидел, чтобы его никто не беспокоил. В конце концов, такое настроение развивается. И это именно настоящая джапа. Он лично повторяет и э, сам слышит, и никто его не беспокоит. проверяю онлайн, есть ли какие-то вопросы. Слушая правильно о Кришне, он сам избавит от всего ненужного. Да, хорошее дополнение. Он сам избавит на основе стиха 1.2.17. Шрин там Свакатха Кришна, Пуни Шрауна Киртанага, Хридин Тавстохи Сухрица Там. Он сам все неблагоприятное очистит. Если мы правильно слушаем о нем и при этом правильно в правильной позиции по отношению к Кришне, как честно искренне преданные. Ну, если вопросов нет, давайте тогда закончим. Есть еще вопрос? Ну давайте. По, по поводу того, что преданное служение, оно поднимает нас над э, страстью, над невежеством. Угу. А как как быть вот, людям, которые ну, глубоко в невежестве, глубоко в страсти, или, вот, ну, точнее, в этой смеси, где преимущественно Танос и а, радость? как они, чем их заинтересовать, замотивировать, чтобы они начали заниматься вот, он в Таносе, ему объясни про преднаслужение, он не, не поймет. Это и, не поймет, потому что мы вспоминаем формулу, которую объясняет Рупагасами. Атакшри Кришна намади на обхавет севон мукехи джихвадау своям и вас дага. Каждый преданный должен выучить этот стих, потому что он объясняет вот, практически, как это происходит и почему не происходит. Почему некоторые люди, если мы им проповедуем, в частности, или вот это с нами происходит, почему мы не можем оценить глубину и величие трансцендентного величия имени Кришны, его формы, его качеств, его деяний, его наставлений, так сказать, не в коня корм на Почему? Потому что на обговет грахем индреи, наши индрии, наши чувства материально скверны не и поэтому воспринимая эту информацию от нас через эти индрии, от нас или вот непосредственно, видя форму Господа, читая Бхагавадгиту, ну не зайдет, не оценит. Но, севон мукехи джихвадо, Но если такого человека занять в преданном служении, которое начинается с языка джихва, тарамат и джихва ати, лобхамой судурмати, очень трудно победить вот этот язык. Но если этот, с языка-то и начать, занять человека через язык, через воспевание святых имен и через вкушение настоящего с любой преданностью приготовленного предложенного кришна прасада. Вот, то тогда а, своя и вас пуратя да то тогда все вот это вышеописанное что обладает трансцендентной природой, но пока что не воспринимается начнет быть осознаваемо человек все больше и больше начнет прекрасно понимать что ты ему говоришь то есть если человек не понимает вот эти вещи вот, то просто нужно а, кормить человека просадом и вовлекать его чтобы он а, постарался петь хари кришна ну, пусть, по крайней мере, слушает, но и... чтобы он сам начал. Потому что язык это предназначен для воспевания Там не говорится ухо, карна. Да? То есть, как это, а также и Кришна нам один, бавет Гарахи Миндрех, Сион Мукехи Джихвадал, Сион Мукехи Карнадал. Так не говорится, что нужно слушать святое имя. Конечно же, слушая как раз сегодня тема такая, но... А именно излечение произойдет, если он через язык поможет себе и через язык откроет его ухо, понимаете? Слушать-то в этом дело, что мы слушать должны. Но пока мы не слышим, значит мы, знаете, вот болит здесь, а мне колят сюда. Вот. Не в то место это. Да? Но на самом деле кого сюда мне поможет здесь, правильно? Точно так же, чтобы ухо отк открылось и начало слышать. Нужно через язык, так сказать, лекарства давать. Поэтому Кришна просад и так или иначе вдохновить человека попеть Хари Кришна. Если получится, это будет вообще замечательно. Или, может быть, его э, вовлечь в какое-то служение прямой Да. Да? Нам да, потому что сэвон мукеп хиджихва адау, адау значит, начиная с языка, но не ограничивая только лишь языком. Можно и другим преданным служением. Сева может быть не только лишь э, э, петь, э, воспевать святые имена и вкушать крещеный просад. Можно что-то и практическое. И вот эта вовлеченность в прямую ангу-бхакти не что-то такое, что я выдумал, что это преданное служение. Допустим, мы кормим бомжей. Вот. Ну, простите, Рупа Гасвами в «Бхакти Расамблите Синду» не описывает, что кормление бомжей является ангой преданного служения. Нет, но ну, если вот это, допустим, показать… Вот, я когда приводил некоторых своих друзей в храм, я кланялся, говорю, ты тоже можешь поклониться. И они кланялись. Вот. И это начало их преданного служения, что Кришна воспринимает такой поклон, как… о личность так долго не служила мне, она склонилась передо мной. Дай-ка я зачту им. Поставлю галочку около его имени. Вот. Ну и так далее. То есть как, либо склониться, либо там, обойти с киртаном вокруг божеств. Да, вот, в Индии есть храмы, где можно вокруг алтаря обходить. Вот. То есть, в, обходишь вокруг божеств, все это тоже преданное служение. Пады с эваном, стопами мы обходим вокруг а объекта поклонения, все это преданное служение и так далее. А, почти черенам риту, там, ну или еще что-то. Куча можно примеров, я уже все не буду перечислять. То есть, если человек очень искренне хочет а, дать благо а, какой-то обусловленной личности, он найдет способ, и этот способ будет прямым непосредственно связанным с Кришной. И так человек начнет служить Кришне, в итоге привяжется и к воспеванию, и в кушении Кришна просада, а потом уже и ухо откроется на трансцендентные темы. Все будет нормально. Просто нужно не выдумывать свои методы, а взять уже готовый могущественный метод, который дал нам Шилгруппада, переведя вот эти великие трансцендентные произведения. Правильно? Ну, с вашего позволения, давайте закончим. Спасибо большое за ваше внимание. Шукру чай. Самовета гора бхактавринда чай. Нитай гор премананды хари хари